Там больше никого нет? Нет. За ограду, где соединено, чтобы сюда ни одна девочка не заходила. Тебе понятно? Ага. С тебя спрос будет. Хорошо. Ни один, чтобы не заходил сюда. Вы туда приходите, и там на глазах. Так, и сбегай, прицепи собачку на место. Давай. К будке прицепи его. Как он сейчас лежит, Тарасик, залез в конуру. Ну, понимаешь, я не успеваю смотреть. Ты смотри, это опасно. Ролик есть в интернете. Собака начала грызть мальчика. Это территория. Да. Она может лицо что угодно покусать. А мы уже в интернете смотрели... Маша, уйди оттуда. Иначе, Иванович, а? Мы в интернете же смотрели ролик. Да. Парень залез в будку, она его давай там рвать. Ты он... не вылез, я ничего не сделал. Она тебе глаза выщипает. Иди больше сюда, не ходи на эту территорию. Днем к собаке. Ваня. Да. Тарасю запрещено подходить к собаке. Хорошо. Я давно ему говорил. Ты понимаешь, нет, Тарасик? А он не слушал. На всю жизнь уродом будет. Урод. Да притом это нельзя есть. Они не заживают раны. А где девчонки остальные? Иначе запретил девочкам вообще заходить сюда, на территорию. Никита, что? Колонки поставил? Все, слава богу. Вот это вот. Закрой. Где девчонки остальные? Скорее всего, в комнате, наверное, у себя. В комнате? Давай, давай, давай. В спальне они. Ваня! Тарас, мне туда нельзя. Сходи по своему Ване, старшую сестру зовут. Ваня! Я вам сейчас, вообще разговариваю с еще. Девочки, мне... Так, ну-ка, где по девчонке? Позови. Позови, кто тут есть. Да, ну вот, идем. Ты сейчас, смотри, соскочила на грязную ногами. Зачем становишься? А, Володь, ну, а? Скажи, ты зачем? Нам три девочки, мы же сейчас там тоже опустим. Ты еще понять не можешь. Нет, да? Он просто искал объявление сделать. Ну, ты вот эту территорию, дом чистая. Ты ногу поставила, теперь поняла опять. Зачем ты теперь в носках сюда становишься-то? Зачем на грязное? Чтобы обуться. Чушка. Сними обувь свою. Лезь туда теперь, без этой. Опять шагнул. Зачем ты наступаешь на эту территорию улицы? Шалобан такой дурной. Вот это территория улицы, а это комната. Обувайся. Ну не наступай нигде. Под... Рукой подтяни. Все. Вытащила ногу, поставила. Отсюда вытащила. Опять у вас всегда будет чисто. Вы сами себе свинарник устраиваете. Что непонятно здесь? Даже любому это понятно, что обязательно надо отделить. Стоит, носками хлопает. Носками наступила, а теперь эти носки грязные, толкаешь туда. С носками с такими лезешь на постель. Я с тобой каждый год бьюсь, чистоты никакой не знаете. А ищите в ком-то. Так, Наталья, ты слышала, что я говорю? Нет. Иди сюда. Первого дня я предупредил. Вот эта территория... где лежит, это принадлежит комнате, чтобы в носках сюда уже не наступали. Они вот тут разувались раньше? Разувались здесь. Ага. Вот ногу вытащила из обуви, поставила сюда. Все понятно. Отсюда выходит, чтобы ногами не ступала. Теперь обуви прошла, теперь носками, а носками лезет на постель. Ну тут ничего не надо доказывать, просто надо быть не чушкой. На территорию Никиты Андреевича не заходить девочкам. Понимаете, я с первого дня показал, где вот это половичок, это комната. Поэтому сказал, не раздувайте, здесь не раздувайте. Прямо там обувь проходите. Обувь сняла, вытащила, она чистая поставила. Вот это трассик какой-то под ногами или что там. Теперь опять отсюда подтащила, ногу засунула, все. У тебя понятия никакого нету, чисто, не чисто. С этими ногами лезешь сюда. В прошлом году тебя трепало вот так за это. Это семейная ты сюда принесла. Немытыми ногами, вот как в грязь сходила, так лежу, просто не залезла. Так, вот эта территория, мальчики, за эту ограду, чтобы девочка ни одна не заходила. Там делать нечего. Сейчас залез в конуру собаки. И в интернете показывают, собака рвет его там, это ее каноническая территория.
Она лицо, глаза, что угодно может вырвать, даже маленькие. Это ее территория. Ты дуришь, а это кончится очень плачевно. Принимайся за разум. Гляжу, из конуры лезет. Надо было сразу привязать его на цепочку там до утра. Охранять там территорию. Так, кого у нас вообще девочек нету? Я хочу там. Предупредите это, как разуваться и с грязными носками. Ты уже не имеешь права поднимать носки эти, не... на постель не тащи. Можно мне, наверное, сначала постираешь их. Как-то никакого деда не учат или как. Вот у меня дома кто бы не зашел, он знает. С матрасика ногу здесь никуда, здесь обувь. Вытащил. Уже в комнате. Опять заходить, опять скинул. Улица это туберкулез, улица это грязь. А который у вас висит, это для ног. Ушел. Походите.